МВФ давит на Украину, напоминая, что она должна лишить аграриев налоговых льгот на 30 миллиардов гривен. МВФ уверен, что украинские фермеры проживут и без господдержки, доказывая, что сельское хозяйство не везде субсидируется. Это яркий пример двойных стандартов и политики Вашингтона и Брюсселя. Потому что сами США и ЕС оказывают своим фермерам беспрецедентную поддержку. Международный валютный фонд требует от Украины фактически уничтожения собственного фермерского хозяйства. Одно из требований фонда – лишить налоговых льгот украинских производителей сельхозпродукции. Постоянный представитель МВФ в Украине на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений напомнил, что такой законопроект является обязательным условием сотрудничества Украины и Международного фонда. По его словам, согласно подписанному меморандуму с МВФ с 1 января 2016 года, абсолютно все украинские аграрии должны быть лишены льготных ставок НДС. Они должны платить налог полностью. Сейчас НДС равен 20%. Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей Украины действует с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.